Совсем скоро на нашем канале стартует новый проект «Ищу хозяина». В нем мы будем рассказывать вам об обитателях приемника для безнадзорных животных. Помогать нам в этом будет представитель волонтерской организации «Зато верный друг», которая уже много лет занимается пристройством собак и кошек, Инга Анисина. Героиней нашего первого выпуска будет собака Лаки. За ее судьбой, замиранием сердца прошлым летом следили все подписчики групп приемников в социальных сетях. У животного были перебиты обе бедренные кости. Лаки предстояло несколько операций. Чуть-чуть прихрамывает только, а так она полностью здоровая и очень общительная, ласковая собака. Вот. А как вы считаете, кому она может подойти? Лаки может подойти и в квартиру, и в частный дом. Она семейная собака, она абсолютно не агрессивная, очень ласковая и общительная. Помимо Лаки, в приемнике на его передержках сейчас живут около 80 животных. Все они ждут самых добрых и заботливых хозяев.